Накануне премьеры своего нового фильма Александр Незлобин дал интервью «Лайфу». В «Женихе», который выйдет на экраны в середине сентября, известный комик шутит уже из-за кадра. В этой картине он выступил в качестве сценариста и режиссера. Я имею чуть-чуть сказать. На мой взгляд, вышла не стыдная работа, потому что я делаю все с таким прицелом, что моя дочь когда-нибудь захочет посмотреть, чем занимался ее отец. Есть много фильмов, в которых мне предлагали сниматься, и я, скрипя сердцем, отказался от больших денег, правда. И потом благодарил судьбу, что я сделал этот выбор, потому что моя дочь не увидит меня в этом. Потому что очень много плохих комедий. О режиссуре Незлобин мечтал еще со школы. Даже на курсы специальные ходил, пока не попал в камеди. Миллион россиян знают Незлобина в первую очередь как остроумного стендапера. Он не боится шутить про других, но и о себе не забывает. Как мне еще шутить, если я приехал из маленького города в большой, который все приезжают, жаждут славы и наживы, и там, не знаю, в основном наживы, то как бы я про это и шучу. Я шучу про свою жизнь. Ведь стендап смысл в том, что ты про свою боль и переживания рассказываешь, и люди над этим смеются, и ты тоже избавляешься от этих комплексов. И это круто. Если ты типа толстый, говорят в учебниках, пошути про это первый, пока публика не пошутила. Как любят говорить комики, мало кто знает, но Незлобин еще и диджей. Начинал со школьных дискотек, а потом крутил пластинки в ночных клубах. А потом от этого увлечения отказался, мол, годы уже не те, да и невыгодно это. Завязал, потому что очень тяжело после 30 лет ложиться в 3 часа ночи или в 4 спать, в самолет в 7 утра и так далее. Потому что это очень... Во-первых, самая моя большая проблема – в диджеинге я не умею танцевать за пультом, потому что все местные, ну, все популярные диджеи, они танцуют, давают толпу, а я все время стесняюсь, да, вам нравится? Хорошо.